Три ивановских представителя из 450 парламентариев. Это уже пусть и небольшая, но команда. Во вторник Павел Коньков встретился с теперь уже избранными депутатами Юрием Смирновым и Алексеем Хохловым. Третий кандидат Валерий Иванов получит этот статус после утверждения Центризбиркомом. Один из первых законов, который будет рассматривать новый состав Думы, это закон о бюджете Российской Федерации на 2017-2019 годы. Сегодня обсуждаются различные изменения формы финансирования регионов. Ивановская область очень кровно в этом вопросе заинтересована. Алексей Хохлов намерен в своей работе сосредоточиться на наказах избирателей. Предвыборные обещания нужно выполнять. И первую задачу свою я вижу... Это выполнение тех наказов, которые поступили в ходе этой кампании. Округ очень большой и сложный. Это 410 тысяч жителей. Это 18 муниципальных образований. Это крупные города вроде областного центра и Шуи. И одновременно это маленькие поселения, которые находятся в самой глуши на границе Ивановской области. Со статусом депутата получил колоссальную ответственность перед избирателями, рассказывает Юрий Смирнов. Развивать экономику и вплотную заняться газификацией региона. Такие задачи ставит перед собой новый парламентарий. Прежде всего, значит, надо все сделать для того, чтобы в область пришли инвестиции. Вот без инвестиций никакой речи о подъеме экономики быть не можем. Инвестиции должны прийти очень большие. И деньги для этого есть. Надо просто уметь эти деньги взять. Павел Коньков поздравил избранных депутатов с победой и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. Интересы региона проще отстоять команде, особенно когда они пересекаются с интересами других субъектов. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.